Здравствуй, YouTube, с вами ZigZagHedge, и мы продолжаем проходить игрушку Beyond Two Souls, и следующая глава называется «Одна». Здравствуй, папочка. Я не знаю, как тебе это сказать, Джоди, в общем... Нас с мамой переводят, мы уезжаем с базы. Мы хотели бы взять тебя с собой, но считаем... Нет, все считают, что тебе лучше остаться тут с профессором Докинсом. Мы с мамой постараемся тебя навещать. А что-нибудь сделать можно? Мы заберем тебя домой. Похоже, что нет. Только исследовать помещение. Думаю, так будет лучше. Не скучай, дорогая. Будь храбрый. Это очень тяжело, но я знаю, ты справишься. Малышка моя. Все, нам пора, Сьюзан. Погоди ты, Филипп. Хватит, идем. Можем убить папашу. Филипп, что такое? Филипп, он задыхается, помогите! Боже мой, Филипп! Господи, помогите! Джоди, перестань! Он умирает! Ты слышишь? Остановись! Филипп! Ну ладно. Хотела убить меня! Филипп! О, боже мой, ты чудовище! Филипп! Слышишь, чудовище! Сейчас вернусь ведь. Джоди. Джоди. Тебе тяжело. Но ты ни в чем не виновата. Следующая глава называется «Навахо». Ачивка за то, что я хотел, наверное, придушить Филиппа. Есть у меня ощущение, YouTube, что эту главу мы с вами растянем на две серии. Если я ничего не путаю, она очень длинная. Слушай, я пить хочу. Сил нет. И ни малейшего понятия, где мы. Так что не надо мне жизнь осложнять, ладно? Пойдемте вдоль шоссе. Здесь где-то должно быть индейское поселение. Она, на самом деле, вон оно, кажется. Может быть... Нет, я не могу свернуть прямо через кактусы. Ну, не через кактусы, как это называется, не знаю. Через кусты. Так что пойдемте дальше по дороге. Р1. Я перепутал право и лево. Видимо,
видимо, из-за того, что Джоди была ко мне лицом. Может быть, еще раз? Понятно. Это ничего не изменит. Все будет хорошо. Мы черт знает где. В горле пересохло. Полная жопа. Но все будет хорошо. Отвяжись, Айден. Ну чего, я же хочу помочь. Что? В тенек. Так, что у нас здесь есть? Какой-то коровник. О. А, не коровник. Овчарня. Кажется, это так называется. Где-то мовички живут. Понятно, пойдемте к домику. Так, вижу водную помпу. Точнее, колодец. Значит, у них здесь должна быть вода, по крайней мере. О! Колонка. Ой, собака. Ты добрая? Нет, не добрая. Спокойно. Я тебя не трону. Значит, все-таки в дом. Дома. Привет. Извините за вторжение. Я просто ищу, где бы переночевать. Может, у вас... К нам нельзя. Прости. Прошу. Ночи такие холодные. Мне некуда податься, и обещаю, утром я сразу уйду. Говорю же, к нам нельзя. Теперь уходи. Неужели? Я. Избазо. Акуринао. Добоне. Зарахе. Эдинне. Доте е. Хохност. Ад. Бендако. Дохкас. Адо. Бендаго. Но дохто. Ладно. Можешь переночевать. Входи. Спасибо. Как зовут? Джоди. Я Пол. Это мои дети Кори и Джей. Моя мать Шимасани. Не удивляйся, что она не ответила. Она давно молчит. Мы будем ужинать. Присоединишься? Конечно. Да. Да, спасибо. Садись. Спасибо. Попить бы. Давайте съедим вот те штуки. Кукурузу или что-то похожее на буррито. Буррито.
водички. Попить. К нам мало кто заходит. Куда хоть направляешься? Да так, иду, куда глаза глядят. Честно говоря, пока сама не знаю, куда хочу прийти. Ясно. И ферма, похоже, единственная на всю округу. Были другие, но люди ушли в город. Здесь жить тяжело. У вас тут довольно безлюдно. Тут жили наши предки. Я здесь родился и умру здесь. Я говорил сыновьям, поищите счастье в другом месте. Но они остались со мной и с бабушкой. Вы разводите лошадей? Да. Мустангов. Еще у нас есть чура. Чура? Овцы. Шерсть продаем, молоко. Это немного, но на жизнь хватает. Что-то здесь нечисто. Совсем нечисто. Джей, это не ты, да? Идешь? Ну, пойдем, да. Милая комнатка. Не выходи. Что бы ни случилось. А в чем дело? Дорогая жизнь, запри дверь и не выходи до утра. Загадочно. Красные труселя. Простите, YouTube. Не могу сдержаться. Зала. Что тут горело? Сейчас он решетку с окна снять не можем? Видимо, нет. Джоди умнее, чем кажется, ей почему-то не пришла в голову такая идея. Я уверен, в отличие от большинства героинь сериалов и фильмов. Так, здесь у нас с вами ничего нет, мы можем либо попробовать выйти, либо прилечь на кровать. Осторожненько. Нет, выйти не можем? Не можем. Понятно. Значит, вариантов немного. Спокойной ночи. Знаю. Очень странная ферма.
Не бойся. Завтра мы будем далеко отсюда. Давай спать. Да уж, я бы тоже проснулся. Так, судя по всему, еще ночь, да? А, дверку-то, похоже, закрыли с другой стороны. Айден? Что происходит? Собственно, что я и хочу сделать. Там можно было войти, кажется. Интересного. Пол, откройте! Что у вас творится? Возвращайся к себе, сейчас же! За окном все равно непонятно. Что ты здесь делаешь? Сказал же, сиди в комнате. Что это было? Ложись спать. Утром уйдешь. Да, выспались, конечно, отлично. Но зато утро. Да нет, вроде все терпимо. Ничего страшного не случилось. Ну, Джоди должна быть привычная к таким вещам. У нее есть Айден. Мыться можно? Ладно. А, меня
завтраком покормят или сразу выгонят, интересно? Ой. Ты выспалась? Ну, как тебе сказать, Пол? Я велел тебя не будить. Спасибо, мне это было нужно. Будешь кофе? Да, не откажусь. Может, все-таки это... Поговорим? Пол? Нет? Что, еще нужно кофе выпить? Да, похоже, активна только дверь. Ну, ладно, тогда спасибо. Ну, я пойду. Спасибо. У нас на ферме много работы. Можешь остаться на пару дней. Помочь немного. Платить нечем, но... У вас вот такие странные вещи происходят. Еда и ночлег. Но еда и ночлег — это неплохо. Одежда у Кори. Переодевайся. А, по-моему, Пол ел овцу. Что надо сделать? Принеси овцу воды. Справишься с этим? Ну да. Да, вполне себе справлюсь, но YouTube уже, видимо, в следующей серии. Потому что, как я и говорил, эта глава достаточно длинная, поэтому на этом моменте мы с вами попрощаемся и увидимся уже в следующий раз. Надеюсь, что вам понравилось. С вами был Зигзаг Хедж. Увидимся в следующий раз. И счастливо!